Я офицер полиции Брайан Тейлор. А это мой напарник, офицер завала. Отстань. Давай, давай. Ты что, я же в одни трусы. Иди сюда, не парься. Да от сценариста фильмов «Тренировочный день». Мы простые копы. Наше отделение полиции самое крутое в Лос-Анджелесе. Гордитесь тем, что вы делаете. Есть, сэр. И «Форсаж». У него на хвосте. Пытается оторваться, но ему не уйти. Давай, смелее. Да, парни, вы не копы, а мальчишки. Все бы вам в игрушки играть. Думаете, ваша работа догонялки и стрелялки? А что делать-то? Жизнь научит. Мы тут все одна семья. Ты же знаешь, брат, я за тебя любому пасть порву. Привет. Как дела, напарник? А я хочу дочку. Вот было бы круто. Только не разрешаю встречаться с полицейским. Вообще не разрешу. Ух ты. Ни с кем. 105, Норт Авеню, 5-2. Сектор 3, вас понял. Что на этот раз? Травка, бабки, пушки. Hablas inglés y español? Стоп! Ты как, цел? В порядке. О, да тут брюликов побольше, чем на шее у британской королевы. Они были лучшими копами города. Что-то тут нечисто. Не лезь, не строй себя детектива. Просто идем и все. Полиция! Увы, опоздали. Ха-ха-ха. О, господи. Но пришел день. Похоже, вы наступили на хвост крупной змеи. Теперь змея начнет мстить. Кто знал про журналюк? Когда они сами стали мишенью. Руки за голову! Живо! Этот район держит наркомафия, у них тут свои правила. Номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол. А почему ты гений зла? Потому что я очень злой. Майкл Пенья. Ты мне как брат. Знай, если вдруг что, я твоих не оставлю. Ребята, за вас назначили хорошую цену. Понятно, мы копы, мешаем всем. Я-я-я-я-я! Третий сектор! Подозреваемый пытается скрыться! Слушай меня. Вместе открываем огонь и уходим. Идет. На счет три, понял? Разряжаем обойму и валим. Давай. Раз, два, три! Живо, живо, живо! Патруль. Скоро на экранах.